Ничего, я его растираю. Сетку пониже, короче, поставить. Так, а что это колено заклеено? Ну, это небольшое поздравление было, да. У нас именно в составе национальных сборных выступали наши сотрудники, игроки и сотрудники. И две девочки, это Ковалева Полина и Елизавета Павлова, стали чемпионками Европы в составе национальной сборной до U16. Так вот. И у нас также бронзовые призеры мира. Это, по-моему, U20, если не ошибаюсь. Таня Костина и Даша Заманская. Даша Заманская сейчас находится, опять же, на сборах, в составе уже другой национальной сборной по возрасту. Поэтому вот Танюшку мы поздравили и двух наших сотрудников, которые работали в составе этой сборной. Королева Василия Владимировича и нашего статистика Кузьмина Михаила Александровича. То есть вот такие небольшие поздравления, да, с успешным выступлением и с пожеланиями дальнейших побед. На каждую ногу, на правую, на левую. Естественно, да, втянулись, да, понятно, что еще до оптимала очень далеко, но тем не менее уже какие-то моменты нагрузок мы можем выполнять, да, вот, то есть, в принципе, работа идет достаточно планомерно. Сейчас техничка, но также остается у нас физика. У нас осталась также часто тренажерка, добавляем именно в физических кондициях. Ну и также на площадке мы соединяем технику вместе с физикой, то есть изначально мы делаем акцент на ноги, а потом уже как раз вот технические элементы. Конечно, сначала нужно самим проработать, все это положить, заложить базу, а потом уже переходить на взаимодействие и на тактику, чтобы все было грамотно, размеренно. Сейчас просто больше мы стали работать с мячом. Да, во-первых, у нас и расписание изменилось. Мы включили уже двухразовые тренировки, которые проводим. И, естественно, объем работы с мячами увеличился. Это однозначно. Ну, конечно, за счет этого уменьшилась работа и над функционалом, и над физикой. Но, тем не менее, все равно она идет, она продолжается. Сейчас у нас все-таки достаточно времени для того, чтобы форму свою, во-первых, немножко после этого отдыха поднять, да, и приготовиться к той работе, которую мы будем проводить. У нас это частенько включается, да, то есть перед тем, как поставить какую-то определенную задачу, да, мы должны, скажем так, объяснить девочкам, каким образом это происходит. Частенько мы используем именно вариант видео. Сегодня это не было видео там, с технической или какой-то тактической точки зрения, чисто показ, наверное, определенного момента отрезка тренировки команд высшего уровня, да, ну и дальше уже, скажем так, мнение девочек по этому видео, то есть как они считает, для чего это было нужно. Вот так вот. Самое основное, не вывалить живот. Живот вывалил, моя позиция, мяч улетел в аут. Так? Часто получается. Защита в пятой зоне, вывалился, мяч улетел. Я всегда должен закрыть направление. На счет первое, это живот. Живот всегда еще повторяю себя, верхняя часть.